Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня я хочу разобрать колонку, раскрыть, посмотреть, как она устроена. Для этого мне понадобится отвертка. Отвертки у меня нету. Есть ножик. Я любил все разбирать, чтобы посмотреть, как оно устроено. Вырос, а привычки все те же. Люблю посмотреть, как все устроено. Цирк, конечно. Вот такие два болтика. Посмотрим, как она устроена. Оп. Красивый такой динамичек. Динамик сразу видно, что мощный. С другой стороны у нас тоже динамик аналогично такой же мощности. Серьезно, здесь такой замут. Мембрана целая. Все прекрасно. Остается вопрос, так зачем же я ее разбираю, чтобы увидеть, как она устроена. Опа, тут все было приклеено специально. Резиной. Кнопочки остались тут. Оба-на, тут есть еще третий динамик. Динамик, который дает бас. Типа как сам буфер. Все немного пыльное. Если честно, дальше разбирать нет желания, чтобы ничего не нарушить. Классно, здесь все замучено, специальные резинки повсюду. Очень большое количество болтов. Даже непонятно, что конкретно они держат. Ладно, достаточно, что я увидел хотя бы немножко изнутри, сколько динамиков. Звук очень объемный. Оказывается, здесь стерео плюс сабвуфер 2.1.
крутяк, одним словом. Теперь попробуем ее сразу собрать по-быстрому, пока она еще целая. Также есть микрофон, чтобы можно было разговаривать. Самое удивительное, что здесь нету флешки. Здесь нету выхода на флешку. Только Bluetooth как гарнитура и аус-выход. Что надо как-то собирать. Было сложено. Я еще не могу понять, как. Как-то так. Потерялся. О, есть подсказка. Дырочка для микрофона. Вот. Дырочка для микрофона. Она идет сюда. Все. Вот так вот. Не колонка, а целый монстр. Монстр Хай. Все на липучках. Но я рад, что я ее разобрал, чтобы посмотреть. Сейчас только немножко усилия, чтобы назад ее собрать. Опа, получилось. Теперь надо с этой стороны как-то. Чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает. Сам не знаю чего. Супер. Все. Хорошо, что я не разобрал полностью, потому что это очень накладно. Блин. Как же с этими штуками? Куда они закручиваются, непонятно. Ага. Хотя бы они были помечены. Куда их вставить, чтобы было наверняка ровно. Ага. Есть какие-то опознавательные знаки. Кажется, я нашел это сюда.
старею. Раньше разобрать для меня такую фигню было бы проще, пареные репы. Но это колонка, ее не хочется повредить. Чтобы звучание было хорошее, чтобы не нарушить герметичность всех этих резинок. Поэтому я не стал ее разбирать до основания. Вроде бы почти собрал. Все. Последний болтик. Их всего лишь открутил я только два. Ну, такой дизайн офигительный. Впервые вижу, чтобы все было полностью вокруг сетка. Поджимаю эти два болтика. Хотя бы не передавить. То сила есть, ума не надо. Видно, что она падала один раз. Немного мятина просвечивается. Но это лишь оболочка, как мы убедились. Внутри там еще пространство. Ого. Все, я закрутил, поджал. Работает. Это хорошо. Все, готово к эксплуатации. В следующем ролике будем снимать, как мы балдеем с этой колонкой. Этот ролик и так затянулся. Пока, мира вам, добра, любви. Подписывайтесь и ставьте лайк. До скорых встреч.